Йога – это практика, которая помогает оздоровить тело и успокоить ум. Во время занятий старайтесь концентрироваться на собственных ощущениях. Возможно, вы почувствуете приливы тепла или покалывание в какой-то части тела. Дыхание должно оставаться ровным и спокойным на протяжении всей практики, независимо от положения тела в пространстве. Сегодня с вами мы укрепим спину и ноги. Садимся на коврик в любое удобное положение с прямой спиной. Потянитесь макушкой вверх, выпрямите спину, прикройте глаза и настройтесь на практику. Сделайте глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. С каждым выдохом расслабляемся. Хорошо, поднимаемся, встаем на коврик. Поднимаем колено вверх, пятка на уровне бедра и уходим в небольшой присед, дыхание не задерживаем. Хорошо, опускаем ногу, отстраиваем позу горы. Ноги на ширине плеч, спина прямая, макушка тянется вверх, пальцами рук тянемся вниз. Хорошо. Другая нога. Руки перед грудью. Поднимаем колено к локтю. Пятка на уровне середины бедра. Хорошо. Опускаем ногу. Отстраиваем позу горы. Позвоночник прямой. Макушкой тянемся вверх. Плечи развернуты. Лопатки стремятся друг к другу. Хорошо. Сделайте вдох. Возьмите левой рукой за правую и уйдите в наклон. В наклоне дыхание не задерживаем. Возвращаемся. Потянулись руками выше. Сделали вдох. И с выдохом уходим в наклон в другую сторону. Из-под подмышки стараемся выглянуть в потолок. Хорошо. Возвращаемся. Потянулись руками выше. Опускаем руки. Поза горы. Разворачиваем плечи. Лопатки стремятся друг к другу. Живот, колени подтянуты. Макушкой тянемся вверх. Пальцами руку вниз. Ноги шире ширины плеч. Разворачиваем правую стопу вправо. Левую доворачиваем на 45 градусов. Руки в стороны. Вдох. С выдохом уходим в присед, таким образом, чтобы нога образовывала угол в 90 градусов. Руки на одном уровне. Если начинает трясти или вы задерживаете дыхание, выходите из позы раньше. Хорошо поднимаемся. Развернули стопы, собираем их елочкой на ширину плеч, опускаем руки, разворачиваем плечи, подаем грудь вперед, макушкой тянем себя вверх, пальцами рук вниз, живот и колени подтянуты. Можете прикрыть глаза и послушать себя. Другая сторона. Ставим ноги пошире, разворачиваем левую стопу влево, правую доворачиваем на 45 градусов и уходим в присед. Следим, чтобы нога образовывала угол в 90 градусов. Ноги сильные, дыхание не задерживается. Хорошо. Поднимаемся, сдвигаем ноги елочкой, ноги на ширине плеч. Поза горы. Вытяните себя за макушку вверх, пальцы рук вниз,
побудьте в этом положении пару дыхательных циклов. Продолжаем. Правую стопу вправо, левую доворачиваем на 45 градусов. Собираем руки в замок, тянемся вверх. Ноги сильные, дыхание не задерживается. Хорошо. Разворачиваемся, поднимаемся, делаем вдох, потянулись руками в разные стороны, выдох. Хорошо, другая сторона. Разворачиваем левую стопу влево, правую доворачиваем на 45 градусов, приседаем, руки параллельно земле, собрали руки в замок, потянулись выше. Дыхание не задерживаем, ноги сильные. Тянем себя выше вверх. Хорошо. Опускаем руки, собираем елочкой ноги, отстраиваем позу горы. Развернули плечи, подали грудь вперед, потянулись макушкой выше. Хорошо. Садимся на коврик в любое удобное положение с прямой спиной. Рисуем мысленный прогиб поясницы, прикрываем глаза и расслабляемся. Сделайте глубокий вдох, выдох. Отправьте ваше внимание в стоп и расслабьте их. Расслабьте ваши бедра, расслабьте мышцы живота, мышцы спины. Расслабьте руки, расслабьте шею, расслабьте мышцы лица. Побудьте какое-то время в этом положении.